Знаете, у нас сегодня будет человек, да что там будет, есть уже человек, который, я не знаю, ну все умеет. Он и режиссер-постановщик, он и хореограф, он а и диджей пор, даже. А с недавних пор сольный исполнитель Андрей Царь. В общем, девушки, я сижу на расстоянии вытянутой руки от самого царя. Ну, не обольщайся, вытянутая рука на расстоянии. Вот я у меня руки рядом. Длинные. В общем, да. Так что не обольщайся. Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей, ну, у нас праздничный такой эфир. Да. Поздравить мы тебя будем просить потом, девушек. А сейчас все-таки открывай тайну царя. Тайну царя, да. Как творческого псевдонима. А ты или... псевдоним все-таки? Конечно. Я царь, просто не царь понимаю, липовый или получается. Не царь, царь липовый. Настоящий. Долго думали, держать это в тайне, не держать. На самом деле, у меня красивая фамилия. Да. Ничем не хуже царя. Левандовский. А царь — это творческий псевдоним. Кстати, как для диджея Левандовский вообще отлично. Как для профессора. Я для профессора слушаю. Вот. И почему царь все-таки? Ну, это было не мной придумано. Я просил год, чтобы меня так не называли. Целый год умолял ребят. И это сделал... Целый год был Левандовским, значит. И это был Влад Яма еще до того, как... До своего пика популярности. Скажи, а имя у тебя настоящее? Имя, да. Я вообще, если честно, я-то думала, что сейчас я тут выйду замуж за царя, стану царевной. А как облом, бы. Так почему ты царь все-таки? Ну, именно царь, почему, я не знаю, там не король. Это была смешная история. Мы ехали в Каховку на Таврийские игры, да, автобусом. Угу. И вот заднюю часть автобуса заняли музыканты, артиста какого не скажу. Угу. Да. Пусть это будет. Не делать пиар, да, этому артисту. И нашли. Они, видимо, были уставшие после гастроли и просто отдыхали, ребята. Угу. Вот. И... А ты им сказал, пошли вон. Нет. Царь идет. И как-то уже близилось к ночи, ребята просили, говорят, мы уже ложимся, видим, что ты не спишь. Угу. Мои ребята, как раз Влад и две девочки с балета Freedom. Угу. Вот. Будет какая-то заправочка, туалет, разбуди, хорошо. И вот как раз ночь, заправочка, и музыканты первые выходили. И какой-то музыкант по, то ли это его фамилия, то ли это его прозвище, князь, застрял в проходе. Понятно. И в момент, когда я его... Я знаю, есть у нас один князь. Я уже догадываюсь. Да, не, музыкант. Его, ну, все, конечно, с юмором кричали, князь, 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 он не мог пройти, не мог пролезть. И в этот момент как раз я будил Влада и девочек. И вот он с просонья, царь, 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 где-то наслушал. Отлично, я забыл, что мне кто такой псевдоним дал. Вот так рождаются истории. Слушай, я знаю, что ты сейчас стал сольным исполнителем. Да. Ты, ну, а ты уже и запел. Как ты к этому пришел вообще? Я знаю, ты еще и тексты, и песни сам пишешь, да? Да, как я к этому пришел? Вот шел и пришел. Вот так вот. На самом деле почти так и было. Угу. Вот. А, слушайте, давайте пока мы посмотрим на твой новый вид. Ну, давайте видеоработу, посмотрим, дебютную. А потом все-таки нам Андрей расскажет, как это было. Как это хорошо. Все было. Смотрим эксклюзив от Андрея Царя на Music Box. Ну, в общем, что? Премьера состоялась, долгожданная, я в восторге. Я, значит, уже видела просто, поэтому скажу вам по секрету. В общем, рассказывай. Мы тебя поздравляем, конечно. Спасибо. С этой премьерой и с тем, что, конечно же, она оказалась викиншоу. Да. И на Music Box, да. Сейчас поют все, правильно? Да. Поют сейчас все, все поют практически. И вот ты уже забираешь у артистов насущных лет. Что самое интересное. Как не стыдно, а? И я тоже там не пою. Как ты к этому пришел? Теперь рассказывай, все ждут. Это произошло несколько лет назад, в момент такой полной творческой перезагрузки, когда я понял, что, во-первых, чего-то не хватает, амбиции, нужно было их понять, где они, в чем они. Вот, и как раз в момент наблюдения, это было ровно даже 3 дня, я помню, декабрь 2012 года, вот. 3 дня я ходил, вот как раз и мысли были только об этом. Я ничего не делал, я просто ходил, никакие все встречи отменял, вот все репетиции. Вот бы мне так походить, да, и прийти к этому. Вот, значит, ты творческий человек. Оно пришло как-то само. Вот. Кстати, точно так же и стихи упали. А, и вот так и стихи. Так вот у тебя какие-то планы, я не знаю, грандиозные в этом направлении? Или просто вот так прослушалось? Слово грандиозное, конечно, есть планы, говорит, что они там грандиозные, но они очень масштабные. Ты лучше их не раскрывай, на следующий фильм. В общем, меня будет царь продюсировать, я тоже начну. Я могу сказать вот, что хочу тебя попросить. Мне перед эфиром Ева прожужжала все уши желанием научиться танцевать. Покажи пару приемчиков, пару па, а я пока поаплодирую, наверное, понаблюдаю за вами. В общем, меня как подопытного кролика. Прямо вот здесь, чтобы при всем честном народе сам царь будет учить. Еву плясать. Сам царь. А мы сам можем. Царь. Да. Смешно звучит. Ну, я понимаю, что у тебя красивая. Так, смотрите. О, бэйби. Вы готовы? Я готова. Давайте.
А что мне делать? Повторять за мной. А, да, я могу что-то напевать. Нет, там, нет. Пара-па-па-пам-пам, или что? Не надо пара-па-пам, давайте. Шаг назад, пожалуйста. Это уже как-то страшно. Ну да, мы же договорились. Окей. А, да, раз. А я так не смогу. Ну это нечестно. Как вообще, это нечестно? Что это такое? С этого все. Давай, давай, я так не умею. Я могу волну делать. Давай, давай, бедрами работай, бедрами. Ногами. Нет, он надо мной издевается, вы это видели вообще? Это Майкл Джексон, я так не умею. Слушайте, друзья, Ева там вся в танце с Андреем, а мы скоро вернемся. Не переключайтесь. Как тут так танцевать? Так можно?